Hello, Ethan. Привет, Итан. Что за... Кто ты? Что происходит? Успокойся. Меня зовут Малькольм Ван Хорн. Я был хорошим другом твоего отца. Да, я помню тебя. Много времени прошло, но почему ты сейчас здесь? Прошлой ночью, ну, я был рядом. Неудачная сцена. Ты сделал все, что мог, но это не помогло. Детективы, они мертвы. Застрелены из твоего пистолета. И тебя обвинят в их смерти. Это смешно. Я просто им расскажу. Что? Расскажешь им правду? Они уже определили для тебя правду. Это безумие. Я не могу просто так бросить бюро. Его уже у тебя забрали. Присоединяйся ко мне и помоги себе. Открывайте, это полиция. Черт. Бери свою сумку и отправляйся на станцию метро. Я встречу тебя позже. Агент Томас, мы знаем, что вы здесь. Откройте сейчас же. Итан, ты должен верить мне. Я здесь, чтобы помочь. Теперь иди. О, простите, офицер, вы меня разбудили. Нет, я не знаю, где мистер Томас. Что вы здесь делаете? Меня зовут Малькольм Ван Хорн. Я старый друг семьи, и он пригласил меня, но, должно быть, забыл, что я приезжаю сегодня. Пожалуйста, оставайтесь на месте, нам нужно обыскать помещение. Да, неудачный такой поворот вообще. Особенно для нашего героя. Так... Требуется лопата. Где нам взять лопату? А вот и лопата. Воу. Да я споткнулся. Кстати, в соседнем доме, в соседнем окне видели чувака, который убил детективов. Я бы ему по хребту бы этой лопатой. Так, включим фонарик. Наш Томас боится темноты. Метро, я думаю, очень темно. Кстати, да, заметили, здесь даже ноги есть. Так. Заперто. Так. Мужик что-то фотографировал. Ближе, что ли? Или наоборот дальше? Чуть не понял. О. Получи изображение. Ты везунчик, Томас. Я все еще здесь. Слава богу, я думал, что они закрыли мой доступ к лаборатории. Они все еще могут, они еще не знают ничего. Я не убивал тех парней. Я знаю, Томас. Ну, я не уверен, что я знаю или не знаю, но я уверен, что все еще тебе доверяю. И так будет еще долго. Понял.
Так что насчет фотографий? Не будем церемониться, да? Это изображение тебя, Томас, в твоей квартире. Я запомнил эту ужасную суху еще в прошлое Рождество. Похоже, что снимки были сделаны с другой стороны аллеи. Изнутри станции метро? Похоже, что да. Я также вижу кляксы на фотографиях. Найди хороший образец и перешли его мне. Окей. Кто-то следил за мной. Опять эти крысы. Еще. Хорошо, определяю химический состав. Жидкость это C41, цветной проявитель для фотографии. Используется фотографами-энтузиастами для проявления цветных снимков. Это безопасно, никаких данных не остается. Подожди, эти снимки были проявлены здесь, где-то на станции? Я думаю, что да. Арматуры будет побыстрее. Ух ты! Не вовремя сохранились, ну, я как всегда. Ух ты, засранец. Так, что мы еще? Четвертое. Удар в челюсть. Монтировочка. Так, теперь можно и сохраниться. Турину взял. Давай. Что за манал? Держи. Так, одного вырубили с удара сразу же. Так, не кряхти там. Так, тут парище будет. О, труба. Подкрадывается там сзади, подкрадывается. Чипсы. Никто не хочет чипсов. О, вот эта тема. Три патрона все. Один патрон. Ну ладно. Если что, застрелюсь. Так, блин. Ходов-то что-то...
О, птичка. Так, в шкафчиках пусто, дверька не открывается. Блин, я сначала думал, колонка стоит. Просто с четырьмя динамиками такая. Это светофор. Блин, тут дверь, там дверь. В какую заходить-то? Это Томас. Это Ванхарн. Молчи и слушай, у меня мало времени. Полиция сейчас обыскивает. Или точнее разрушает твою квартиру. Похоже, что они не верят в твою невиновность. Но я не виновен. Я знаю это. Ты должен это доказать. И еще кое-что. У тебя есть талант, дар, который имеют немногие из нас. У нас нет времени это обсуждать, но доверяй своим инстинктам, положись на них. Я должен идти. Будь начеку. Какие-то инстинкты еще. Печки, отлично. Так, чувак сейчас походу сюда придет. Ах ты! Ай-яй-яй-яй-яй, бегом, бегом, труба. Сам такой. Где ты носишься-то? Ладно. Возьмем еще аптечку. Наверное, наверх убежал. Опа. Ищи. Так, кувалда нужна. Ищем кувалду. Так, сюда или сюда? Вон кувалда. Дверь закрыта. Как всегда. Так, еще аптечки. Отлично. Сенсорная микруха. Почему-то не очень люблю я сенсорные микроволновки. Мои пальцы не созданы для сенсоров. Все закрыто. Это непруха какая-то.
столько комнат и вообще ничего нет. Какие-нибудь секретики были, жаль. Железячки там. Тихо-тихо. Так-а, получи. Еще аптечка. Ну, аптечки так, в принципе, нормально разбросаны. Хоть и жизни быстро убавляются. Ух ты, ружье. 3 патрона. Это жарой запахло. Ух ты, у этого козла пистолет. Так, дверька. Архив. Окей. Так, что у тебя там с пистолетом? 3 патрона. Ружье одно. Ну, 3 патрона лучше, чем 1, да? Я думаю. Лежит. А, ну понятно, эта дверь была с другой стороны просто закрыта. Так, куда что убежал? Ну-ка. О, глазики. Здесь должен быть секретик. Отлично. Блин, пистолет на кувалду менять. Но кувалда нужна. Ладно. Бог с вами. Уже этот телевизор валяется. Так, это где? Я почему-то думал, он за углом стоит. Вон он. На тебе. Так, еще один. Ух ты! Вынес просто. Так, где там кувалду надо было применить? Применить кувалду и выбросить ее нафиг. Ух ты, трупешники-то не исчезают. Ух ты! Шкафчик сам по себе открылся. Так, вниз или сюда? А, тут закрыто. Значит, вниз.
Монтировка. Блин, а монтировку вначале выкинули. Thomas speaking. Говорит Томас. Итан, это Ван Хорн. How do you know this number? Как ты вообще узнал этот номер? Я знаю много о тебе, Итан. С тех пор, как твой отец умер, я наблюдал за тобой. Я надеялся, что ты раскроешь свой потенциал. Мой потенциал? Да. Ты стал потрясающим следователем. Не только благодаря тренировке и удаче, но и инстинктам. Ты скоро поймешь, что можешь видеть намного больше, чем думаешь. С помощью инстинктов. Это дар. Ну, возможно, не от Бога. Помни, они могут помочь тебе и другим. И снова мне нужно идти. Будь осторожен. Че он там какими-то загадками-то все? Говорит, потенциалы всякие. О. Отлично. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Опа, ружье. Ура. 3 патрона. Как я люблю огнестрельное оружие. Вы просто себе не представляете. Ваш газовый спектрометр обнаружил разлагающуюся тушу птицы. О, даже так. Так, здесь, да? Приближаемся. Так, погодите. Блин, 3 патрона мало. Нужна целая лента патронов. Больные. Во. Закрыто. Так, что здесь есть еще? Баночки, скляночки. Ну, вроде здесь больше ничего нету. Все заперто. Остается идти прямо. Аптечки. Тут дверь. А я понял. Дверь без ручки, значит, она не открывается. Но так и есть. Да на себе. Так. Просто ему размазало там лицо. Ч, двоих, что ли? Нифига. Китайскую лапшу любят, да? Чем там молится, что ли? Жду данных.
Ну давай, иди сюда. С удара просто вынес. Так. А, по следам надо идти, да? Так, что здесь больше нету ничего? Ну и следы за решеткой. Че за шорохи? Ты еще кто? Кувалда опять нужна. А, ну вот, мы обошли. Ну давай. Пришло время умирать. Ух ты, еще один бежит. Ух ты. Заехал мне. Вот козел, а. Так. Не работает. Там же написано, не работает. Чё ломишься? Топор. Блин. Тут топор, там кувалда нужна. Ух ты, отпечаток пальца, да? Дай мне секунду. Частичный отпечаток, ни с чем не совпадает, фактически ни с чем не с чем работать. Вы должны восстановить питание лифта. А, ну вон рубильник. Угу. Топор. Журнальчики всякие. Кипоут, не входить, написано. Но мы же непослушные. Так, здесь дверь. Там еще вниз какой-то спуск. Да вы издеваетесь, не? Задержись. Ух ты! Да, чтоб тебя, что ты такой живучий-то? И убежал так. Держи-то.
еще. Просто с одного удара, блин. Все, аптечки кончились. Нифига себе. Какая гадость, ваша заливная рыба. О, это я люблю. Да что? Что там происходит? Друг друга, что ли, позарубали там? Выносят просто с удара. Причем у меня жизни-то почти полные. Выносят как эти. Кто там прополз? Так, там была еще одна дверь, да? Которой нужен топор был. Давайте-ка сначала сходим к ней. Вы нашли телевизионные помехи. Птичка. Так. Я видел здесь трубу. А кувалду нет? Кувалду так и не нашли. Птичка, синичка. Стопы. Птичка. Воу-воу-воу-воу. Тихий, блин. Монтировка нужна здесь. Птичка. Жесть, жесть какая-то творится. Ух ты. О!
Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Аптечка. Это было сейчас жестко и хардкорно, блин. Хорошо, аптечка была под рукой. Вон еще одна ремонтировочка. Давайте-ка монтировочку возьмем. И пистолет. 4 патрона. Но лучше, чем ничего. Ух ты! Нифига себе! А интересно, у них-то патроны бесконечные или кончаются тоже? Блин. Окей. Пять патронов. Нифига себе! Он от этой. От дроби увернулся. Или что здесь, картечь, дробь? Так, где-то здесь я видел. Где-то аптечку видел. Вот тут я вот так стоял, вон она. Так, 3 патрона. Так, здесь. Вот что. А, здесь у нас аптечка. Кувалда нужна для аптечки. А вон и кувалда. Так. Снова следы. Так, кто там, где там? Вижу глазики, секретик. Ух ты! О-о-о! Твою мать! Это было жестко. Я аж подпрыгнул, блин. Блин, от страха патрон истратил. Жесть. Так, отлично, железяки мы собрали все. Остались птицы. Так. Сдвинуть объект.
Вырезки из газет. Так, а здесь что у нас? Фотокамера. И моя квартира. Что там? Я думал, что-то написано. Получила. Эти отпечатки лучше. Они совпадают с теми, которые ты нашел раньше. Но у меня по ним ничего нет. Местная полиция, ФБР, АНБ, база данных Патриот, Интерпол. Никаких записей. Я продолжу искать. Окей, я пойду дальше. Так. Здесь было что-то, да? Тихо, тихо, тихо. Обрабатываю изображение. Интересно. Начальное сканирование показывает 18 газетных вырезок. 11 из нашего вечернего издания, 7 из соседних газетных обществ. Все на одну тему – серийные убийцы. Большинство из них различны, но это все дела, над которыми ты работал. Некоторые помечены черным фломастером. Все еще провожу частичный анализ пометок, чтобы понять, что они означают. Тихо, тихо. Кто здесь? Воу. Чё за нафиг? Оба-на. Выследить подозреваемого. Фу, блин. Ты что ел на обед или ужин? Так, так, так. Чё я сюда-то убежал? Так, куда он свалил? Ку-ку, я иду за тобой. От меня не уйдешь. Так. Ух ты, он уже внизу, нифига себе. Потерял, да, потерял. Не мешай мне. Я веду преследование опасного преступника. Какого фига? Так, он сюда, да?